Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны. В среду, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны государства, которым стал Андрей Таран. Трансляция данного события была проведена офисом украинского лидера. В качестве главного приоритета работы нового главы оборонного ведомства было названо повышение работоспособности Украины. Зеленский также выступил с призывом к вооруженным силам страны уважать нового министра обороны. Ранее в СМИ сообщалось, что Таран до назначения на новую должность занимался по большей части разведывательной и дипломатической службой и не обладает реальным боевым опытом. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.